Так, вот это паркинг. Тоже тут как у нас на две машины, только там еще дом. Вот это гараж на две машины. Вот это вся часть этого дома, как бы нашей. Короче, здесь с первого этажа до второго все свое. Ну вот, конечно, вот эта улица Дейван. Все, вот это вот вход. Это просто, это как оно, зеркало. Я думал, это шкаф, зеркало просто. Ну, добавлять здесь очень сильно пространство. Так, это просто шкафчик. Пошли вниз. How you call this room? Is it living, right, on the living top? Living room and like family room. Family, mm-hmm. Okay. And then there's a bedroom down there too. Yeah. Так, это вот family комната. Как зал, короче, второй зал. А вот первая спальня. Она здесь на первом этаже одна. Ну, короче, все. Что-то мне показалось сначала больше, чем на самом деле. Так, это патио на первом этаже. Блин, ну конечно, да, здесь не машины гоняют. Траки гоняют. Не знаю, что там. Так, вот туалет. С душем. Тоже маленький клозет. Большая лаундри. Здесь можно жить. Так, это гараж. Блин, ну да, конечно, мне такой гараж очень нравится. Здесь чуваки ходят, они что, окна там делают? Так, это первый. Сейчас идем на второй этаж. Это гостиная уже. Тоже за счет этого потолка классно так. Так. И вот здесь. Спальня. Блин, что-то они мне показали сначала больше. Да, примерно такая же. По размеру, как моя. Интересная такая штучка. Можно туда принтер поставить. Здесь стол. И главная спальня. Ну, она точно больше, чем у меня. А, хотя она больше из-за того, что здесь как бы цельный такой потолок большой. У меня там как бы частичка большой, частичка маленький. Так, тут. Зато у меня клазет больше, чем этот. А, ну и сейчас кухня.
Excuse me. Sorry, get out of the way. Так. Ну так. Прикольно.